Привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня мы наконец-то вновь добрались до Президент Эвила. Давно я не проходил эту игру, ремейк этот. Давно я не бегал за крыса, ибо что-то занялся тут Резиэлем, Соул Ривером. Так что вот так, ребята. Ну ничего страшного, мы сейчас продолжим. Так, восточное крыло. Да, не забываем ставить любо, подписываться на канал. Тем, кто не подписался, конечно. Ну и, конечно, оставляйте ваш комментарий под данным видео. И вступайте в две группы. Это наши 90 и ПК-59. Все есть в шляпе. Так, а что я тут делал? Блять, как ящик-то открывать? Сука. Все забыл. Патронов так мизерно. Блять, ключ от особняка. Че, сука? А, еще в подвале, походу, дела, да, не было? Ребят, я не помню. Я не помню. Ключ с герба. О! Это я знаю куда. Блять, у меня патронов так много для пистолета теперь. Но, блядь, мне их. Ну не на хантеров же мне их тратить. Думаю, как-то это не вариант. Ладно, будем пробовать идти дальше. Так, блядь. В подвал надо обязательно, походу, сходить. Там же электровеник. Твой электровеник. Сука. Какую херню ляпнул. Да, крыс? Этот, батарейка. Ядерный дуросел, короче, для этого. Для лифта. Для хрени крутящейся. О, блядь. Ребекка, она наверху? Блядь. Ну, не дадут нам ничего собрать, блядь. Надо Ребекку теперь бежать, спасать. Ебанизм. Мокрощелка, блин. Крис бы засадил бы и свой дробовик, блин. Да поглубже. Девочке приятнее, она бы, может, не стала бы влипать во всякие передряги. То девушки любят влипнуть куда-нибудь. От недотраха. А так они становятся милые и спокойные. Так что, ребят, любите своих девушек. И они точно не вляпаются никуда. Хантер. Ох ты ж, блядь. О, у меня был хоть этот ножик еще. Как он бешеный стал. Ребекка. Крис. Ты в порядке? Я не хотела, чтобы ты волновался. Нам нельзя здесь долго оставаться. Нужно найти остальных и выбираться отсюда. Ты со мной? Да. Тогда я пойду дальше. До тех пор, Ребекка, действуй по обстоятельствам и сохраняй спокойствие. Поняла? Я могу постоять за себя. Удачи. Да, конечно. Может, постоять за себя. Че у меня? О, у меня режики были. Вот хорошо, мне вообще режик тут помог. Хантер там накинулся, а он как воткнул в жбанище. Может, ты мне подлечишь? Не хотела, чтобы ты волновался. Блять. Острочи меня нет на счастье. Блять, что-то, ребят, сегодня это я. Что-то я это, а-та-та. Шучу. Что-то Джейм молчаливый босс вспомнился. Оттуда этот прикол. Ладно, крыс, давай сюда идем опять. Да на какие полки ты смотришь там?
лежит. Ага, херб нашли. Больше ни хера, да? А там, может там что-нибудь есть, блядь, давай, Крис, скажи, что там, блядь, патрон для дробаша есть. Блядь, нету. Еба не стыд. Ладно, нам надо сейчас. Че мы сейчас пойдем, выложим это? Герб-то он нахрен сейчас пока не нужен. Мы его сейчас выложим и... Идем дальше гулять. За Криса же дальше всегда проходить. Всегда так было. И за мест, то что у него было. Да, ну хантер это тут озверели. Да. Чем сложнее уровень, тем, бля, сложнее живность. На харде я просто охреневал, тут зомбаков навалом. Убивает моментом. Блять, проходить невозможно. Ну, я бы проходил как-то оригинал. Но в оригинале, блять, они хоть более туповатые. Хотя хантеры там наоборот какие-то дикие, блин. И... Не надо было хоть никого сжигать. Тут Кримсон Хеды еще, блядь, и вся вот эта вот поебетина, это вообще поеботина. Сами понимаете. Так, ребят, когда я забыл, кстати, надо звук выключить. Так, я звук забыл выключить. На телефоне тут, не дай боже, мне тут позвонит кто-нибудь. Отвлекут нас от серьезной игры. Мы же деловые люди. Так, блядь, нам куда-куда? А, туда-туда, блядь, нам туда. Та-та-та-та-та-та-та-та. Блядь, что за херня в башке? Блять, как у меня этот прикольно выглядит тут. Курсор. Ну, может, вы его не видите. По-моему, бандикам не снимает курсор. Если я не включу. Так что вы его не видите, скорее всего. Г-г-г. Бежим, крысеныш. Ох, да. Просрала Ричарда, просрал. Блин, с его дробашом бы тут я вообще кайфовал бы. Дядька-то живой. А, мы не сюда должны были идти, да? По идее. Блять. Или сюда. Тихо, сейчас дядька-то живет. Можно его бежать? Тихо, блять, он не встал. Он лежит, загорай, дядя. Нет, походу дело нам надо туда все-таки. Сука, не туда пошел я, ребят. Блять. Ну я путаюсь реально, ребят, потому что здесь, как вы знаете, ремейк переделан. По сравнению с оригиналом-то. У меня и путаница вечная. Нам, блядь, надо... Ага, нам, блядь, все понял, куда надо. Мы, блядь, зря ушли-то. Я же как раз в той комнате был, куда нам не надо было. Где... Ребекку-то я спасал. Там наверх надо было подняться. Где, по идее, в оригинале должна была быть со змеей. Ну да, видите, я уже давно забросил на время эту игру. Поэтому это... И блуждаю.
Ладно, хантеров тут нету. Это большой плюс. Но мы знаем, что там лежит Кримсон. Кримсон, Кримсон, Кримсон Хэд. Сука, ненавижу я тебя. А приставучий хантера будет. Оба-на! Сейчас мы забабашим. Сейчас мы себе сделаем крутяшку. Где там наша марихуана? Надо косячок-то залепить сейчас смачный. О, ништяк. Если что, Крис, потом ду на нем. Наконец-то мне больше нужда выбросить, выбросить, сука, выбросить этот ключ нахер. Долой его. Долой ныне всем взрослым, блядь, и детям. Давайте сразу же попробуем вот так пройти. Так, я сейчас нахрен отойду. Ты еще как начнет меня расплющивать. Не всегда сыкую, потому что это... Не вижу эти движущиеся стены, блин. Пол везде в амбреле. Умбрелла, умбрелла. Так, быстро нажимаем. Блять, Крис, разворачивайся, бежим. Нахер бежим, бежим, бежим. Теперь эту заталкиваем. По-бырому давай, Крис. Сука, не получилось. Блядство, супостатство. Что-то как-то быстро тут эти сдвигаются стены-то, блин. Опять не успел. Да ебаный компот, блин. Блять, да что ты сегодня тут такое? Как-то тут сегодня неправильно заджила, она просто вставала и заезжала, по-моему. Есть. Все-таки так, да. Бля. Повозился же я. Граната? Всегда хорошо. Ну, прыгнем. Да, желаем спуститься. Книжка. Можешь любим читать книги, блядь? Да, Крис? Ты вообще нас все любишь читать, изучать? Так играть ничего не умеешь делать. Потому что он сонату не смог сыграть. Ну, это мы читали. Кто захочет, может прочитать, нажимая на паузу. Это мы все читали в предыдущей части Заджил, когда я проходил. Так, бляха. О, здесь Пуфиандрича теперь.
что я с кислотой пуфяндришь-то. Там тоже пуфяндришь, походу, мило, да? А, это мамка была. Порезали, падлы. Потрошки для дробаша, потрошки для дробаша, блядь. Такой панцирь нахрен ты рассматриваешь. Фу, мое спасение. То есть пистолетами не хочу вообще ходить. Сейчас уже с беретой не вариант бегать. Твари мелкие. Люблю я пуфи, но больших не очень. Они такие. Так, это хантер, походу, дело ходит. Нет, зомбак. Делаем еще мега. Крутую травку. Впереди. Там что-то мигает, хочу взять. Вот к нему. О, тут тоже клинок. Как ему не палево включать? Я бы сканул бы тут включать в воде-то. Крыса вообще всегда похрен. Как-то ничего не очкует. Лежи, лежи, я тебя не трогаю. Иди сюда. Не хочет. Я пришел. Да ты ж, сука. Еще один идет. Я же на себя в голову целюсь. Да как вы такие, блядь? Баново живучий. Там травы до хрена. Хм. Ну, вот здесь мы били со змеей, но мы знаем, что нам туда не попасть. Так, где там моя варта? О, патрон для рваша. Там еще патрон для магнума. Ну, блять, у меня варта тут лежит. Бля. Будем суперсильными. Вообще, чтоб непобедимыми стать. Так, что тут лежит? Еще граната, блять, у меня 4 гранаты. Как будто вообще пиздец будет, если на меня нападет. Для магнума мне очень нужны, бля. Еще пригодятся мне.
Прямо чтобы не идти по низу, мы пойдем по верху. Ибо мы знаем, куда нам уже идти. А мы бегаем, бегаем по запыленному сараю. Караван-сараю, сараван-караю. Блять, не так побежал. Ну ладно, пробежим вот так. Так, с этого мы выложим. Где-то у меня были. День у меня. Герма выложим. Дыть. 54 патрона он для пистолета, блядь. Ну куда он мне сейчас? Так ведь, ребят, сами понимаете. На хантера с пистолетом идти. В русскую рулетку сыграть. Либо с одного выстрела убьешь, либо больно будет. Сейчас нам надо еще взять эту куртилку. Крутилку взяли. Мотыльки летают. Ладно, хоть мотыльков, мутантов нет. Хотя во второй части они были. Хотя что-то вот в ремейке втором, я что-то не помню. Мотылька-мутанта. В Олдбрейке втором помню. Лаборатории дела. Андрей, опять, если ты будешь смотреть это видео, напомни мне, пожалуйста, был ли, что-то я просто не помню реально мотылька в этом эту молиту в ремейке-то. Просто в упор не помню. Я у тебя как раз смотрел, но что-то не помню ее. Крокодила я очень запомнил, аллигатора-то. Я все ждал его. Там всяких там тварей. О, блядь, змеи-то посыпали. Сука. Вот еще и отравила, пизда Ивановна. Да, ребят, кстати, кто смотрит меня, тоже подписывайтесь на канал Андрея опять. У него годный контент. Хватает и экшена, и распиздейства, и стрелялки. А, ну, стрелялки, бродилки и все там подобное. У него там... И РИС есть, и RDR 2, и Left 4 Dead, там, что-то там. Ой, много чего у него есть, тут надо просто, ребят, понимать. Вам зайти на канал и посмотреть. О, блядь. Бля. Уйди от меня, на тебе гранату. Блядь. Скидываю ее. Нахер бежим. А, Last of Us. Короче, заходите на его канал и посмотрите его годноту. Чувак классно проходит. Начинал тоже тихо, мирно. Но сейчас вот
Чел разогнался. Решил это. Вообще, на ура проходить. Но у него мало подписчиков и поэтому мало просмотров, мало люба. Так что, ребят, забегайте, заглядывайте, смотрите. Да, Андрюх, рекламу тебе делаю. Ты не забудь напомнить, был ли там реально этот мотылек. Что я вообще вообще не запомнил. Я помню еще эти зомби-растения эти всякие, вот это вот было интересно. Как вот тоже в Outbreak'е были. В горах Арклая. Так, Буратин меня вечно называл. Ребят, кто будет эту игру качать, если какие-то проблемы возникнут, к примеру, лаги, тормоза, игра будет тормозить. Это самый главный ее прикол. Вы можете ко мне обратиться, и я вам дам патчик один. Игра вас не будет тормозить и будет также вот нормально идти. Даже на двух ядерных ПК. Не ссыте. Только, конечно, можно на минималках будет играть. Извините, сколько у вас оперативной памяти, какая, насколько у вас видеокарта. Кофеек у меня закончился. Ну, мы спустились как раз в пещеру. Тайные тропы пещеры. Так, сручка мне больше не нужна. Ну, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefrite 1987. С вами был Неф. Не забываем ставить люба. Тем, кто подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock!